не знаю, кажется ли мне, но мне кажется, что здесь пол очень уже на этих новых эскалаторах. Может быть такое, как вы думаете? Ужасы московского метро. Серия номер 554. 555. Рефлексы московского метро. Слышишь, прибывающий поезд? Надо бежать. Успеть на него. Успели. Еще как. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Волжская. Следующая станция – Люблино. Будьте вежливы, уступайте места Братиславская. По подозрительным предметам сообщайте машинисту. Так бывает. Везет. Эх, я на диете, к сожалению. Ну ладно. Сейчас мы увидим улицу. Видите? Но в аду человек настолько измотан, что он уже не рад свету солнца. Поэтому, когда ты вылазишь из ада, ты продолжаешь быть в аду. Из ада. С одной «З». Поняли? Вот так. Именно только с одной «З». А ничего, кстати. Опять же у меня на экране небо красивее, чем оно есть. Хвала Ахонову 50. Хороший съемщик.